вся наша жизнь – это комплекс маленьких проблем, которые складываются в большие жизненные неудобства. И, к сожалению, большая часть этих бед решается на уровне местной администрации. Мы в силу профессии стараемся услышать всех. Сегодня в центре нашего внимания дорога на Карповку, второе по популярности бюджетное место отдыха горожан. Ремонт мы ее осуществляем за собственный счет. Она была сделана еще в советские времена, и поэтому в настоящее время приходит в негодность. Давайте подсчитаем. В СНТ Карповка около 800 домов, больше, чем в 120. Люди проживают постоянно. Также дорогой пользуются военные, разрушают остатки асфальта, тяжелые грузовики и лесовозы. Только в этом году жители дачного поселка потратили больше 90 тысяч рублей на ямочный ремонт. Но главная беда – у дороги нет хозяина. Она ничья. Я обращался в администрацию Читинского района по поводу... уточнить собственника этой дороги и за чей счет, кто и в какие сроки должен производить ее обслуживание и ремонт. На что прозрачный ответ получил оттуда, уточняющего ничего не было, и поэтому продолжаем далее ее делать сами. Дорога – это жизнь, и дело даже не в том, что собственникам трудно ежедневно добираться по этой дороге. Еще одна проблема – это крутой поворот на СНТ Карповка. Это не только место постоянных аварий. Из-за этого поворота и трассы в общем водители маршруток отказываются сюда ехать. Но, разговаривая с владельцем данного маршрута, основная причина заключается в том, что на развилке дороги от Карповки в сторону нашего кооператива и санатория Карповская, там очень острый поворот. И это, значит, приводит к нарушению правил дорожного движения и не составляет безопасности для самих пассажиров. Эта ситуация повисла в воздухе, но не может продолжаться бесконечно. Чиновники молчат, а местные жители устали ремонтировать дорогу за свой счет. Со слов председателя, в один летний день он лично насчитывает больше 300 автомобилей с отдыхающими. Просто этот вопрос поставить шлагбаум, посадить охрану, как того требуют члены кооператива, и только чтобы пользовались этой дорогой члены кооператива. Но это сразу вызовет конфликтную ситуацию. Шлагбаум будет сломан, охрана побита. Никто к этому не стремится. Я считаю, что это не обязаны делать только члены кооператива за свой счет, но и привлечь к этому региональные власти. Проблема озвучена, осталось только дождаться, когда администрация Читинского района услышит и приступит к выполнению своих обязанностей. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, ЗапТВ.